Мужчины никогда не должны бить женщин! И так было заведено еще со времен динозавров! Ты просто мразь! Шея! Всем здравствуйте, всем привет, дорогие друзья и зрители моего канала. С вами я, Влад Экпорт. Посмотрели серию по One Piece. Пока что она самая последняя. 1062 или 1063. Там вот откуда-то оттуда. Лазарь, спасибо за заказ. Кто хочет, переходите по ссылке в описании и смотрите. В самом начале была загвоздка с этим, с плеером. Там чуть-чуть, да. Из-за этого, так сказать, чуть-чуть начало смазанное, но... Надеюсь, это никак не помешает, потому что плеер потом нормально работал. Так что обнял каждого. Переходи по ссылке, что ты еще здесь сидишь, и смотри последнюю на данный момент серию по One Piece. У Лазарика огромное тебе за это спасибо. Жесткая серия, наполнена какой-то невероятной битвой. Просто переходите и смотрите. Это было реально невероятно. Я в шоке. Как дядьки махались. Это что-то с чем-то. Это что-то с чем-то. У каждого... Нету минусов, но кто-то из них, кстати, проиграл в данном случае. Переходите и смотрите, кто это сделал. Обнял каждого, прощаюсь с Эквортом. Щух! Пау, переходи по ссылке, что ты еще здесь сидишь-то. Пока, обнял, добра, позитива, здоровья. До новых встреч, пока-пока.